тем, кто смотрит мой канал. Сейчас бы я хотел показать вам свой способ снаряжения патронов по перепелу, так как это делаю я. Я это делаю максимально просто, чтобы на это уходило меньше времени. Так как патронов очень много уходит на охоте. Для этого нам понадобится капсуль центробой, дробь, точнее бекасин. Бекасин мы делаем сами. Ну, отец мне подсказал, как делать. Мы делаем сами. Такой получается. Ну, качество, конечно, не прям уж выше. Ну, еще раз повторюсь, для перепелки пойдет порох, сокол и картонные прокладки. Точнее, это тоже сами мы вырезаем из прокладки. Там тракторные в магазине запчастей мы покупали для вырезания прокладок. Такие вот плотные, хорошие пыжи получаются. Заряжаю я в латунной гильзе. Покажу на примере трех гильз, как это делается, как это делаю я. Для начала капсулируем гильзу. Порох я сыпать буду мерной ложечкой. Вот я сделал. Тут где-то 1,55-1,6 грамм пороха получается. На 22 грамма бекасина. Там при снаряжении патронов на утку, например, там или на зайца, я на весах меряю порох. Ну, при снаряжении на перепелку, вот просто мерной ложечкой засыпал и все. То есть все, порох мы засыпали, убираем. Далее берем картонную прокладку. Усилием руки надавливаем. Одну картонную прокладку достаточно. А еще что хотел сказать, капсуль нужно плотно усаживать в гнездо, чтобы он осечки не давал, то есть даже не запад лицо, а даже чуть утапливать. Далее засыпаем бекасин мерной ложечкой. Раз. Некоторые просто, ну, порох, прокладку, потом еще кто туалетную бумагу, кто салфетки запихивает. Я ничего не делаю, то есть просто порох, прокладка, дробь, прокладка, и все, патрон готов. Максимально просто. То есть все, засыпали мы дробь, берем сверху прокладкой, тоже то же самое. Вот и все, патроны готовы. То есть за полчаса можно снарядить около 25 патронов. Очень быстро и легко. Я не говорю, чтобы вы так делали, так делаю я. Может, кому-то там на пользу пойдет. Тут получились 3 патрончика.